перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Потому что очень мы долго сейчас идет. Подключим пару человек. Тут пишут про Федука. А что не с знаю, ним? Наверное, он здесь. А, да, тут Федук. Давай Федю подключим. Где? Я у тебя сейчас пройдем, подключим Федю. Рад был с тобой пообщаться, чувак. А, пенис. Бля, Федя, откуда у тебя ёбаная галочка? Ты что, суперстар? Ты суперзвезда, ёбаный стыд. А то не дотянешься. Да. Это OG Buddha, это Федук One Plov. Мы в ЕКБ. И чё, как, памятники посмотрели? Чего? Памятники посмотрели, там Гена Букин. Гену Букина я еще в 2011 году сфоткался с этим памятником, а сейчас мы приехали, дали конц и виснем. Дали смотрим бротик. Твои усики. Ахэн, да? Охуенные усы. Че ты там? Че делаешь? Че, я отвисаю в больничке, смотрю влог. А че с тобой? Ты че, вы здоровы? Да я просто обследуюсь, отдыхаю, это прекрасное время. Колоноскопия? А вы что такие веселые? Все сдал. Кровь сдал, сперму сдал. Сперму не сдавал. Но я настаивал. Сдай сперму, ребят. В общем, мы просто... Очень хорошо концерт прошел. Вообще вот так вот. И мы... А что за клуб был? Телеклаб какой-нибудь? Телеграм-канал. Нет, там бар, был какой-то бар, ресторан, градусы. Ну, нормально, ну, много народу было. Человек 600. Вот, и прикольно, классно. Пиздатенько. Бля, а что у вас дальше впереди? Завтра в Челябинск, послезавтра в Тюмень. Тюмень! А вы были в Перми? Да, были, вчера. Вчера. Бля, и что, как в Перми? Мне нравится очень Пермь. Очень круто, тоже очень круто было, вообще прям. Классно. А что, когда Петербург? Петербург осень, вообще в ноябре презентация альбома. Нихуя себе. Ты же приболел просто на концерте. Да, за здоровье ебаное подводит меня. Вот куда было меня прикольно. Было прикольно. Ты один, что ли, в палате? Я... У него private box. Я, это... мне сказали, короче, когда я снимался отдельно по ряду, мы говорим, ой, мы вам подготовили люкс. Где моя Sony PlayStation? Телевизор есть, слышишь? Детское питание и баллон с кислородом. Там можно, там есть кнопочка вызова медсестры. Я ее как-то перепутал. Ну, слушай, я бы не хотел. Усики, пропуск трусики, а я? Нет. Блядь, ты тоже так умеешь? Дурак. Кто из ЕКБ? Лавки в этом чатике, пишите. Кто из ЕКБ? Встретимся раз на раз прямо сейчас, девчонки. 12-летки, все пишите, Гриша. Девчонки, пишите в директ. От Буда, Федук, ваш, блядь, не знаю. Вы будете подкидывать их наверх, как хлопья? Это вопрос к Оджи Буде. Бля, я хочу, чтобы Оджи Буда потанцевал, как он это делает, охуенно. О, чувак, ты шаришь! Так, тогда мы ищем песню, про которую мы будем это делать. Это, а что за больничка? Это в Питере? Да. А, ну это как Боткинская, наверное. Я тоже недавно лежал, обследовался, но мне пиздец, короче. Ничего хорошего. Там анализы все хуёвые. Сперму сдавал? Спермы вообще нет было. После всех концертов. Все.
Короче, мы на лечении. Сейчас Гриша включит какой-то свой новый трек. А может быть и не новый. Свой надо? Не знаю, любой, братан, включи. Презентация какого-нибудь приватного дерьма. Блять, надо подключить колоночку. Так а чё, когда ты на сколько туда запилился-то? Надеюсь, надолго. Ну, я на следующей неделе уже в середине где-то съебу. Вот. Ну, на полторы недели получается. Мне это... Поставили новое устройство. Я больше... Видел, как попку новое устройство поставили? Да. Да. Я киборг, блядь. А, подожди, тебе это, что ли? То, что кардиолог, нет, сер... Нет, 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 это инсулиновая помпа. Я теперь не буду ставить себе уколы. А, потом... Она сама будет, автопомпа? Да, автоматизированная система. Типа того. Ты идешь, и тебя так оп, и ты такой, да, это сахар, чувак. Время 8:40. Как-то в эту хуйню чего угодно можно закачать. Вместо инсулина. О, смотри, труфелёчек в чатике. Да ладно. Женька, труфелёчек в чатике. Она. Вот, труфелёчек. А, Женька. Салюты. Женька, Женька. Так. Женя, здорово. Алло. Так, давай, подснимаю, как Гриша будет танцевать. Специально для Эльдара. Специально для Эльдара. Baby girl, what you doing? Where your man? I just popped a Zan, 50,000 in Japan. I ain't do no plan, these red bottoms on your Vans. And she's telling all her friends, I might put them on the ground. Baby girl, what you doing? Where your man? Почувствовал себя каким-то ублюдком просто, блять, конкретно. А тебе нравится, да? Эльдарас, Эльдарас. Бля, Эльдарас меня еще никто даже не называл. Сука, где ты был, когда я придумывал себе рэп-никнейм? Эльдарас. Был, я там был. Где там должен быть? Че, бабки когда ждать, я не понимаю. Че? Бабки когда отдашь? За приватный танец? За котлетки на пару из индейки. Котлетки за котлетки? Тавтология, как... блядь, какая-то. Это как капусту за капусту отдавать или зелень за зелень. А what? А wow, а doctor! Антикоммерсу. Федук, это ты лучше, что? Спасибо за концерт, Настя Куланова. Спасибо, Настя. Не за что, обращайся, Настюш. Спасибо Эльдару за этот концерт, если бы не его усы, не было бы такого эха в зале. Как ты связал усы и эхо? Я не знаю, братан, я же не умею шутить, я, блядь, я так попробую. Когда новый влог? Слушай, а он уже готов. Мы ждем только пару кадров от тебя. Блять, я флешку. Все, завтра пришлю. Какие кадры? Ну, как ты какаешь, желательно. Слушай, я могу снять, как я сдаю сперму. Блин, страшно. Блять. Сейчас бы бабульку какую-нибудь не разбудить смехом. Смехом? Разве смехом, Эльдар? Вокруг, блядь, очень много сочных женщин. Ты в женском отделении? Вагину проверяют. Да, 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 я в этом, блядь, роды буду принимать себе сама. Себе сама. Самара. Себе Самары, блядь. Это жестко. МС Рептар в прямом эфире. Ладно, еще ребята, сейчас... здоровья тебе, выздоравливай давай. Ой, точнее, чтобы у тебя там просто все было нормально. Вот. Да, да, спасибо тебе большое. Пиздато вам откатать дальнейший тур. Спасибо. Давай, Дарик. Обнимем себя, целуем.
тебе, папа. Пахнет. Блять, я обожаю Оджи Будда. Он очень смешной. Возьми эфир, покажем школу и комнаты. Короче, будет норм. Сектор жирафов на барабане. Спокойной ночи. Да, кстати, охуенная идея поспать, пойти. Но перед этим я задам вопрос. Кто послушал песню, которая сейчас есть на Яндекс.Музыке? Она выйдет через 2 недели, ее можно будет везде послушать. Ну, сейчас можно вот эксклюзивно там. У нас там есть договорчик с ребятами. Кто послушал, что думаете? Мне правда интересно. Альбомчик, когда альбомчик пишется, я не могу сказать, ну, я не хочу, блядь, сейчас говорить какие-то сроки. Я обещал весной, я уже даже, наверное, я даже не уверен в том, что я не уверен, но вряд ли он выйдет весной, скорее, вот, типа, начало лета. Но, блядь, я ничего не говорил, может быть, он выйдет никогда, потому что его, ну, вот я запишу, как выйду из больницы, у меня готово больше половины, ну, блядь, почти все. И мне может 1000 раз разонравиться, так что Долориан плотнее получилось, чем та чёща. Слушай, ну, я старался разный став сделать вообще. Мы старались сделать с чуваками разный став на альбом. Чтобы он полностью там отражал. Он отражает настроение. У меня есть определенные идеи. Определенная концепция, которую хочу продерживать. Даже не концепция, а скорее настроение. И мне оно нравится, типа, по Делариону и по Game Over уже можно сделать выводы, да, о том, что, типа, это такие очень позитивные, наверное, да, такие позитивные, светлые, такие угарненькие песни, но мыслью, с хорошей какой-то мыслью, наверное. Ну, с хорошей для меня, не знаю, как для вас. Я обожаю эти песни, пиздец. У меня все песни, которые сейчас готовы на альбом, я просто, пиздец, я обожаю их, я тащусь, я свой фанат. Такого никогда не было. Я всю жизнь ненавидел свои песни и все, что я... Вот, а сейчас это, блядь, какое-то отражение, и это... Нет, не всю жизнь, я любил свои песни... Типа 5 лет назад, когда был DL Gris, вся хуйня. Сейчас я просто тащусь от этой хуйни. Вам может не понравиться. А я просто фанат. Я бы родил сам себе чего-нибудь. Ладно, всем спокойной ночи. Ложиться спать пора. Сейчас уже 11 часов. Я собираюсь это сделать. Не болейте. А, нет, я пищу. Я же вообще сел сюда монтировать. Я пока пиздел. Я смотрел файл. Вот. Работа тут до пизды. Да, ладно. Бля, красиво. Это Флоренция. Мы в Италии. Как не спорили, да? Ты сказал не спать. Ой. А, блядь, все, спокойной ночи. Пау-пау.